Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас 8 июня 23 года. Сижу вот в Ешке. Первый день выехал. Сейчас посмотрю. Сабли поменял. Настраиваю. Вот решил огород скосить. Так. Сейчас посмотрим, что у нас там. Получается, что не получается. Нож пахнет. Бим у нас вторым водителем. Кто не видел, значит, у меня такая вот Ешка. Брал я ее за 350. Третий сезон в этом году будет. Так, ну, агрегат большой, сложный. Пытаемся его с ним поладить. Так, ну ладно. Так да так. Ну, вот эти вот сабли менял, только с той стороны. И доставал нож, поправил его. И сейчас проверяю, что у меня с ножом на всякий случай. Ничего я не вижу. Нож был в зиму смазан. Может, и из-за этого запах идет. Но пятка горячая. Саблю вроде выставил. Здесь вроде все на месте. Ну вот, вот эти он, да, сабли поменял. Там, не знаю, будет. Вставлю, наверное, в видео. Покажу, как я их менял. Почему нижние были. У них такие посадочные места, как бы под сайлентблоки. Полукругом, чтобы, видать, плотнее прижималась и не разбивала болты. И вот в этих посадочных местах разбила все их, то есть там их стерла уже до фольги, и решил поменять. Значит, если не высохнет, то закатаю всенаж. Если высохнет, значит, будет у меня первое сено. 8 июня, травы в поле фигня. Так что не знаю, как будет дальше, что дождей не передают. И по идее надо будет числа 10-12 косануть первый участочек под сено, наверное. Получится, не получится, посмотрим, что. Может, 20-30 рулонов взять себе. Смотреть, как это дело пойдет, потому что Вирекс что-то у нас не пошел. Но там подшипники уже 3 года не меняли. Сейчас верхнюю ступицу я буду менять. Ну и вам покажу. Ладно, заводится у меня. Так, наверное, повторюсь. Батарейки сели. Не сказал, заводится у меня к Ешке не очень. Ну, сейчас попробуем. Вот, поставил зеркала от газоновские. Эти... Еще привыкнуть к ним не могу. Так, потихоньку еще потолок хочу сделать. Но так как у меня Мишу посадили в тюрьму, то приходится делать все самому. И как бы сейчас у меня нету тракториста. И, ну, нагрузка такая не очень, но приходится все крутить, гайки все самому. Ладно, сейчас попробуем стартовать и посмотрим, как у нас получится. Нет, хотя нормально. Давление. Не знаю. Ну, тройку, мне кажется, держит. Не знаю, как удобно будет, неудобно. Давай сперва тогда жатку, наверное, включим. Вот.
удобно все одной рукой. Как однорукие работают, я не знаю. Не очень кадры будут, конечно, но попробуем. Естественно, там вижу пару пальцев. Там центральный болтался вот. И вон там крайний.